Андрей Корчагин, капитан саратовского «Сокера», сразу же после победного матча 1/16 финала, где удалось выиграть у «Локомотива» РПМ со счетом 3-1. Андрей, первое впечатление. Ну, как и настраивались на сложную игру, она, в принципе, такая получилась. Удачно исполнили стандарты. И сзади хорошо, плотно, то есть почти не дали сопернику шансов, поэтому залог победы сзади — постараться минимум пропустить, впереди хотя бы один, но забить. Вот рецепт победы. Проигрывали 0-1, но не нервничали и продолжали играть свою игру? Ну, в принципе, да, и перед игрой договаривались, что и судя как, ну, по прошлому опыту и вообще, что расстраиваться как бы не надо. Здесь такая игра, получается, что и эти, тем самым мы, в принципе, также и воспользовались, и со спокойствием перенесли эту неудачу и планомерно как бы постарались сделать результат в нашу пользу, что у нас и получилось. Сегодня штрафные, конечно, залетали здорово у «Сокера», но во втором тайме их не было. Оставили на золотой? Ну, дай бог, чтобы на золотой, но, возможно, и соперники тоже сделали в перерыве поправки, сказали, наверное, своим защитникам тоже там не фалить, поменьше фалить. Вот. Ну, а мы, надеюсь, оставили там на золотой, а может и дальше. Вы попали в символическую сборную тура за вчерашний матч против «Виктории». Удалось вырвать нужную победу, хотя, опять же, групповой этап складывался не столь здорово, ведь в середине было обидное поражение «Хай-Тек» 1-4. Как после этого удалось собраться на третий матч? Ну, честно говоря, только на морально-волевых, да. Понимали, что с Москвой, с московской командой, с «Хай-Теком» будет, ну, как бы тяжело, то есть сильно не расстраивались, готовились именно, ну, уже так планомерно готовились на третью игру. Думали, конечно, она будет полегче, но она оказалась, наверное, пока вот даже, наверное, самая такая сложная. Ну, игры идут подряд, все равно, как хочешь, не хочешь, не восстановление, усталость накапливается, вот. Поэтому только через «не могу», если вот кто смотрел там нашу игру, вот, то, ну, видно было, что выглядит тяжелее даже, чем сегодня. То, по крайней мере, я по своим ощущениям, ну и у нас вот в команде, мы так между собой разговаривали, было тяжеловато. Очень тяжело, то есть мы за счет морально-волевых, за счет дружности, наверное, команды, где-то там за счет удачи вот вырвали эту игру, вышли дальше в плей-офф. Ну и Андрею Корчагину положен приз от нашего спонсора, компании 1xbet, за блестящую игру. Вчера он попал в символическую сборную третьего тура, напомню, но и сегодня сражался здорово и абсолютно также заслужил право лучшего за матч с «Локомотивом». Но впереди золотой, а пока заслуженная награда. Спасибо.